Это простой в выполнении любовный вызов, классический вызов на свечу. Напомню, что нужно это делать вечером, то есть в то время, когда уместна свеча. Вечером, ночью, и нужно обязательно приоткрыть окно в том помещении, где вы делаете вызов. Вы читаете на зажженную свечу этот заговор короткий, 12 раз. И в течение недели вызов должен сработать. Вызов можно повторять. Вызов можно делать в течение недели каждый день, если ваш человек, ну, недостаточно чувствительный к этому виду воздействия. Таких людей довольно много. Он годится для мужчин и для женщин. И не должен вызвать у вас никаких трудностей.